Эмулятор 3D, блин. Что еще за 3D, блин? 3D, блин, в этом. В Варкрафте. Бред. Нет, это не эмулятор. Ты на Варкрафт не ходил? Хочу завтра, блин, пойти, понял? Но дело в том, что сестра где-то работает, я сам туда не пойду. Ты что, дурак, что ли, сам ходить? Я в воскресенье пойду. Да я и в воскресенье не получается. Такая, блин, беда вообще. Вообще, блин, бред. Хрень, блин. Не, ну я на Warcraft по-любому пойду, даже если он говно. Но я сомневаюсь, вроде как там Twitter. Даже святые люди там с интернета говорят, что... Даже святые люди, которые вникли во все истории и перипетии, да? Которые знают, где панды, да, взяли с тобой все дела. Не, ну, допустим, на Ур говорит, смотрел. Мне кажется, этот фильм слишком облегченный. Вот я помню этот сказание прошлого, тут где паладин там херачился под этим суперскоростью. Ну, был хардкор. То времена были хардкорные, понимаешь? Сейчас такое уже люди не воспринимают. Ладно, что там, локальная сеть, да? Ты уже создал карту? Да, видится как карта. Так, ну я вроде бы вижу. Блин. Только тут уже, блин, 5 из 6, офигеть. Это кто вообще такие? А это все как боты. Ну что, ты готов? Ты вроде скачал. Я могу за клан 2, я хочу за... Против кого мы там воюем? Против орков, для начала. А не, подожди, да, я зайду. Не поменяю. Так, он пускай будет. Окей. Сомневаюсь, что кто-то вообще дочитывал твой ник до конца. Готов? Да. Надеюсь, пойдет. Потому что я соло ее запускал, у меня просто черный экран. Не знаю, что там чудили. Блин, уже на английском языке, я уже ничего не понял. Тут что-то сказали очень важное. Тоже, да? Ну, у меня черный экран. Может, надо что-то прописать. Такой ты экран видел, да? Ну смотри, тут написано insane. А чё не, а чё не такая вот insane? Саны. Что-то поменялось? Да, теперь написано написать normal. Не, ну это не для того. Напиши нормал, блин. Может, надо написать insane in you, это уровень сложности, наверное. Ну ладно, напишу нормал. А, new тоже написано, да. Давай new напишем. Оба игрока должны написать new. New. Да ладно. Ну это оригинальная, да, видяшка? Да. Не знаю, на английском она будет или нет. Добро пожаловать, принц Артерс. Ваше присутствие большая честь для всех нас. Не нужно формальности, Утор. Я еще не король. Рад тебя видеть. Я тоже рад, мой мальчик. Хорошо, что король Таренес прислал мне на помощь именно тебя. Мой отец не теряет надежды, что рядом с тобой я наберусь терпения и опыта. Всякий отец имеет право мечтать. Мы остановились здесь. Разведчики сообщают, что где-то за следующим холмом укрыт лагерь орков. Так я и думал. И это еще не все. Неподалеку находится деревня Странборд. Орки собираются напасть на нее. Насколько мне известно, деревня совершенно беззащитна. Я должен немедленно отправиться к лагерю орков. Ты можешь взять на себя защиту Странборда? Конечно, Утор. За меня не беспокойся. Хорошо. Когда деревня будет в безопасности, приходи к лагерю орка. Я буду ждать тебя там. Будь осторожен. Ну и как теперь странно. Ну я Артесом играю. Как это ты, я Артесом играю? Ты уверен? А-а-а! Подожди. А тут охрененный мечник. Да, шеф.
Причем два. Подожди, ну стой. Не трогай РТСа. Нет, видимо, кто... Непонятно, короче, как там сделано, ладно. Да не, второй игрок по-любому мечника мигает. Это как герой, да, у него скиллы есть? Один скилл, это блок щитом. А, то есть он мог, подожди, да? стой. Не. Будет исполнено. Стой, не бей ящик. Да, я считаю. Все, окей. На, блин. Так точно. Ты видел? Да, сэр. Я как бог долбанул щитом, понял, как этот... Как вуар какой-нибудь. Это, винду же перестановил, проклятые потому что твари! Новую эту поставил, новый винчестер. Да, сэр. Ну. Купил себе. Будет исполнено. Ну, у меня был SATA 2, ну ты помнишь, у меня проблемы с винчестером, да, постоянно были. Грузилось долго и так далее. Ну. Вот, сейчас у меня теперь летает, грузится все очень быстро, летает. Какая кнопка, интересно, здесь. Слышь, тут даже нет кнопки на этот удар, блин, такой бред. Так это не удар, это, наверное, просто укрыться за щитом. Я тебе отвечаю, смотри, вот стой на месте. Блин, я не могу тебя ударить. А ты не можешь укрыться за щитом? Нет. Или это удар? Это удар. Да. Написано, что он, короче, бьет 100 дамага и станет таргет for 3 секунды. Короче, на это... Но он милишный, понял? Ну, типа, как гномовский стан, только милишный. Ну, чё мы тупим? Куда пойти? Так, ну пошли. В принципе, история какова. Тупые орки нубакилы захватили нашу деревню и нубакиляют. Смотри. Кабанчик! Беги! Смотри, стан. На, блин! Да, будет исполнено. Пошли. Так точно. Воу. Да, сэр. Будет исполнено. Да, сэр. Надо еще повспоминать, тут же всякие тайнички есть прикольные. Так точно. Ну, так как ты основной герой, естественно, добро ты его собираешь. Проклятые твари! Привет. Да, сэр. А как сюда пойти? Будет исполнено? Никак. Проклятые твари! Приветствую вас, ваше высочество. Будет исполнено? Это мое королевство, знакомься. Да, сэр. Тут нужно квест взять. Будет исполнено? Дополнительно. Да, сэр. Так точно. Мы будем драться за Лордерон. Мужики, ну, или нет? К оружию! Давай, мужик. Мы добавили себе войско. Что прикажете? Да, видишь, по одному дают. Будет исполнено. Идут детки. Короче, у нас есть квест, по-моему, тут спасти Тимми нужно спасти. Помогите! Гнолы утащили в лес моего крошку Тимми! Умоляю, спасите его! Гнолы утащили Тимми! Да вы ж суки! Тимми? Где-то я знаком это не с этого... Будет исполнено. Тимми, не с... мультик, как же называется, блин. Да, сэр. Там еще есть... Будет исполнено. Кенни. Вытащите меня из этой клетки! У тебя звук же есть, да? Да. Вытащите меня из клетки! Прошу запомнить этого ребенка по имени Тимми, я тебе потом его покажу в следующем видео. Проклятые твари! Не в следующем, а по-моему, после следующего. Выкусил тупой гнол, блин. Проклятые твари! Давай, мечник, мочил! Выпустите меня отсюда! Вот. Я хочу домой! Ну, выпускай его. А, он сам, ну, выпустился. Че ты сразу сам не выпустил? Спасибо тебе, храбрый воин. Прими это в знак моей благодарности. Спасибо тебе, кольцо защиты плюс один. Идеально вообще. Теперь меня не убить никак. На, кольцо защиты будешь танчить. Так, блин, меня этого перца ж, наверное, заберут потом. А потом заберу тебя под конец миссии. Я не уверен, что тут вообще сохраняется. Так точно. Итемы. По крайней мере, я не вижу, что, чтобы такого прописать, чтобы они запомнились. Через А. Бесячие просто вообще, не знаю. Я просто ненавижу деревню гномов, понял? Да иногда просто они в домиках прячут всякие приколы. Суки. Так точно. Будет исполнено. Ну. Так точно. Чего, теперь тут играют дети. Мы восстановили справедливость с тупыми гномами. Так точно. Это, да, короче, планирую я еще, исполнено. Я вот что говорю про этот, про винчестер, планирую купить видеокарту себе. Так точно. Да? Да. Сколько видишь, не нынче? Самую дешевую, что нашел, нормальную, более-менее, понял, что, которой можно еще что-то играть. Да, сэр. Это 4600. Так точно. Ничего, все нормально так. Ну, а что ты думал? Это самое дешевое, блин. Я знаю, да. Не, есть, конечно, дешевле, но говно. Иди сюда. Ага. Я слышу, он кричит, спасите нас.
У меня звук срабатывает, если ты... Буду как бог говорить тебе, что это засада! Все, что у них есть ценного! Ты там контроль как бог! Ладно, хильнутого такого мечника. Конечно, меня то скилло, блин! Тупой, блин, воин. У тебя есть удар. Я ударил уже. Я видел, ты бил овечку. Не знаю, почему ты забил на это все дело. Слушай. А что там выпало? Все так исцеление. Не, всю ману я просунул. Не надо его, да? Ну ладно. Да-да, надо, наверное, все-таки. Да, блин, я не могу этого своего мечника вытащить никак. Да, ваш броди. Я не виноват, что они одинаковые. Может, все так исцеление заюзать? Давай потом я скажу. Или дай его мне, я заюзаю сам. Я ж паладин, я не нормальный хил. Да прикажете. Слышь, а что это за свиток защиты? А. Ты его тоже собрал. Неважно. О, у меня левел. Нас грабят! Помогите! Было важно. Быстрее, быстрее, быстрее! Наше! Нам никто не указ! Проклятые твари! Эти негодяи украли мою учетную книгу! Без нее я не догнать могу хозяйство! Она у них в тотем! Ха-ха-ха! Я такой тотемер, ты видел? А что он хоть дает? Он дает атаку. Хрена себе, плюс 2. Нет, ну 16%. Проклятые твари! Сейчас я тотем поставлю, подожди. Будет исполнено. Вот это я шаман! Да что он бьет все время самых раненых? Блин, что за бред вообще? А я еще разок хильну. Что прикажете? Так, наверное, возьму бабл первый. Потом буду ауру качать. Проклятые нахера твари тебя бабл? А вдруг я буду попадать как бог? Блин, тотем что-то дохера жрет, блин. Хотя не больше, чем удар. Не, ну 16% всему пати, это нормально прибавка. Давай тут вдвоем, их тут дохера, у меня маны нет. Поэтому отводи и свиток, если что заюзаю. Сейчас я тотем заюзаю. Здесь вот. Проклятые твари! Давай своими мечниками танчи. Проклятые твари! Да, ваш броди! Будет исполнено! Да, сэр. Так, теперь аккуратнее, мне мама. Свиток уже был. Блин, если бы мечникам дать проклятые защиту твари от этих, от дальних атак, блин. А ну это читерство, откуда она у мечника? Умрите, мудаки. Тотем что-то быстро заканчивается, блин. Так, книга. Ну и мочи меня село ненавижу вообще. Проклятые твари! Ух ты, тут через shift, через А можно, да? Ну да, я ж так и делаю. Ничего нету. Так точно. Будет исполнено. Оу. Не помню, да, по-моему, тут что-то еще было на этой карте, но как-то оно было сложно находилось. Так точно. Я сейчас тут уже ты везде. А, тут, наверное, концовка да, уже. В город? Ну, так как точно бы там еще придется подраться. Ну, тут миссия не очень сложная. Я имел в виду по карте. Да, благодарю вас за помощь. Пожалуйста, возьмите это. Давай, чтобы ты там мне не давал. Молот силы. Я очень сильный. Офигеть, блин, тебе везет. Бежим. Вон город уже. А мне, значит, какое-то кольцо защиты. Беги, хомчик, беги! Черт! Проклятые твари! Проклятые уже на паре! Хоть раз получалось? К оружию, братья! Я его хилил. Ну, я сейчас не захотел ману переводить. Когда-то я был настолько благородным, что я ману тут стоял и копил, чтобы его спасти исключительно. И получалось, да? Ну да. Читер, да? Бля, мне Тартес попадает как бог. Блин, а тут больше второго левела не качается, что ли, или как? Не, каждая миссия дает тебе левел. А, я понял, а то я уже хочу как бы второй. Давай посмотрим вот тут. Вот. Да, я ж тоже хочу сюда пойти. Будет исполнено. По-любому нычка с кустня. Кладбище. Будет исполнено. Надеюсь, скелеты не выскочат. Не? Бля, ну ладно. Надеюсь, не выскочит, блин, да? Так, начинай там, наверное, ты уже танчить да, чуть-чуть вперед, потому что я... Мне кажется, мне надо вообще моим этим главным слушаю боссом. Да, танчи им, у него защиты больше у мечников три раза. Будет он волчий всадник, мочи его. Мочи! Да, сэр.
Блин, ну они бьют самых раненых, смотри там аккуратно. Что прикажете? В атаку! Что прикажете? Ай, ты, блин, охренел. Проклятые, сука! На тебя станом, молотом. Проклятые твари! Это наша паста, эта игра. Хардкор, да? Не то, что сейчас. Это не целка тупое твое, блин. Будет исполнено. Так точно. Будет исполнено. Так, ничего давай везде да. Зайдем, все посмотрим. Потому что я не помню, где так же. Точно. Да, сэр. Так, куда надо? Так давай сюда еще сходим. Будет там исполнено. Подкрепление. Да, сэр. Будет исполнено. А на что ты ману тратишь, не пойму? Да, сэр. Да я не хилю просто, я ее берег. Да, сэр. Проклятые твари! Так, я отвел, это... понял, а бугая я не увидел. Как проклятые прошел. Твари! Забей там своего. Я убрал, ну сейчас твоего хана, ну ладно. А все, я спас. Проклятые твари! Да ваш сельство! Блин, бейте так этого, блин, героя. Да, сэр. Бесите. Они бьют самых раненых, кстати. Бля, телефон. Сейчас. Извини. Слушаю. Да, сэр. Будет исполнено. Так точно. Будет исполнено. Да, сэр. Тупые проклятые бумажки. Твари! Так точно. Будет исполнено. Так точно. Проклятые твари! Будет исполнено. Проклятые твари! Да, сэр. Будет исполнено. Проклятые твари! Проклятые твари! Так точно. Будет исполнено. Да, сэр. Это, слышь, еще хотел тебя спросить, будет так исполнено. Как я винду переустановил, не так нашел так. Нигде галочку. На микрофон, чтобы ну, фильтровать звук, то есть да, сэр. Очистка от помех. Сильно будет там исполнено. Слышно шипение или нет? Вообще не слышно шипение. Да. Так да твою ж мать, бесит. А-а-а. Спасибо. Прикажете? Ладно, уже в принципе ману можно просирать. А на что ты ее бережешь? А нам же последний, типа, неголучий всадник. Так, подожди, это твой мечник там? Да. Проклятые твари! Да, ваш вроде. Да, сэр. Еще один, но у меня уже нету маны. Так, что еще есть? Он ящики. Блин, так, да так. Хера ж лупят, блин. Ты че, герой, так, что ли? Бугаи конченые, блин. Геры, блин, вообще, я не знаю. Попробуй сейф прописать. Что будет, интересно. Будет исполнено. Мне кажется, тут артефакты не сохраняются, их можно просирать. Да, сэр. Не, ну... Или возможно тебе даются просто все, которых ты мог это получить. Ой, я тащи забыл. Этих вместе с остальными. Тащите их. Ну, уровень сложности что нормал, прикажете? Да? Получается. Может, инсейн. Так точно. Хотя, блин, я бы да, лучше да. На самом сложном бы проходил. Да, на следующей да. Миссии поставим инсейн, если будет. Да, да. Хрена, у такого точно не было. Волков? Да. Да твою ж мать! Отвяли! Что прикажете? Проклятые твари! Я ману бью, короче. Проклятые твари! Блять, да опять! А! Где ты, блин, беги! Есть. Черт! Ты ёбак! А, спасибо. Ай, Артус. Проклятые твари! Я попробую отбеги так, чтоб я прикрыл. Эти суки все равно хотят. Что прикажете? Блин, у меня тоже потери. Я херею, блин. Ладно, я Артус уложу, потому что они все равно ебут. Так точно. Бомби их, бомби. Надо добивать, бугая давай. Блин. Проклятые твари. Хрена, все серьезно. Да у меня все как бы, блин. Ничего страшного, волки сейчас пропадут. Давай покатим. Слушаю. Не, наверное, все-таки это инсейн какой-то, потому что это была очень легкая миссия.
Будет исполнено. Ну, как бы я надеюсь, что не пропадут. А инсейн это что? Ну, типа сумасшедший уровень сложности. Так точно. Ну, дальше. Ну, я без маны. Смотри, если я умру, мы проиграем. Да, сэр. О, волк пропал. Остался один тупой бугай. Мочи его! Честное ПВП. Ой, блин, будет исполнено. Да зараза, чё ж ты... Мечник тупой. Слушаю. На меня переключается, да? Что прикажете? А? Бэкстап я назад. Стан, блин. Проклятые твари! Бэкстап! Пошел в жопу. Так у тебя банки есть, блин. А все, я их всех просрал только что. А. Ну ладно. Нам. Ну их увели туда. Будет исполнено. Да хранит вас божественный свет, принц Артас. Мне спасибо. Что будет с теми, кого взяли в плен? Я старался. Не беспокойся, мы спасем их. Они вернутся домой целыми и невредимыми. Принц Артас, лорд Утар ждет вас у лагеря орков. Он говорит это срочно. Да, с вами не соскучишься. Вперед! А ты такой наглый, слышишь? Подожди, дификарти. Да, сложность инсейн, видишь. Знать бы, что это такое вообще. А, еще вот выжил у вас только один мечник из шести. Save, DVCM. Блин, надо скрин, наверное, сделать. Вот если я вот это вот пропишу как-то, то оно у меня загрузится с артефактами. Блин, я ж тебе кольцо не передал. Да не, наверное, оно у тебя сохранится. Или ты тоже его пропишешь. Ладно, все, выходим. Вообще или как? Да, создаем вторую главу. Но оно ж как бы само по себе сеть не поддерживает режим кампании. Поэтому это просто как бы главы. Не, да я понял, просто мало ли. Так, сейчас я скрин в Paint ставлю. Блин, надо было мне соскринить на втором мониторе. Открыть. Заходи. Ладно, сейчас подожди, перезайду. А что, у тебя нету карты, что ли? Не видит. О, есть. Ну. Хотя, конечно, лучше за клан 2. Мне кажется, там нормальные чуваки. Так, а ну давай я сейчас знаешь, что сделаю. Мне тоже кажется, что там лучше, ребята. Будет нормально танчить. Так, я сейчас возьму, сейчас напишу вот этот код. DVCM. Куда ты его напишешь? В блокноте. И скопирую, или через Ctrl-V вставим его в следующей компании, чтобы не ебать себе мысли. Ты думаешь, так может? Можно? Не, в Warcraft можно вставлять через Ctrl-V. Уже в такой старой игре можно вставлять вверх через Ctrl-V. Ладно. Попробую вставить какую-нибудь ладву. Так, все. H. V. I. 4. Так, вроде такое. Сейчас тебе в скайпе его напишу. А мне зачем? Чтоб ты тоже вставил на всякий случай, а вдруг тебе тоже артефакты надо сохранять. Хотя, возможно, и хосту только, я не знаю. Я запускаю, да? Да и... Подожди, я ж теперь его не сохранил. Только мне ж, как всегда, в скайпе оно будет, блин... Ой. Чёрт. С тебя там всё, блин, посворачивал. Давай. Надо начинать? Да. Поехали. Глава вторая. Через 20 минут Артес находился возле черной возле лагеря деревни клана орков Черной Скалы, вот так вот. Ну ладно. Лот. Возьмем лот, да? Потом возьмем вот эту фигню, да? Мне что, то же самое что ли писать? Минус лот, and you код. You object from. Может, надо в одну строчку это написать? Давай сначала напишем insane. Insane.
Потом минус лот. And your code. Минус лот, мой код. О! О, ты как раз вовремя. Я отправил двух лучших рыцарей на переговоры с вождем орков. Они должны будут вот вернуться. О, вот и они. Проклятие, эти орки никогда не сдадутся. Тогда в атаку и уничтожим этих тварей. Запомни, Аркас, мы паладины. В своих поступках мы не можем следовать одной лишь мести. Позволив жажде крови затмить наш разум, мы станем такими же, как орки. Ты ж понял, да? Ты прав. Ну да. Мочи их! Если у тебя еще остались силы, я хочу, чтобы ты возглавил эту атаку. Я? Ну, конечно. Я останусь здесь и буду охранять лагерь. Я не подведу тебя. Я знаю, мой мальчик. Что прикажете? Так, ну тут развитие пошло. О, у тебя свой рудник? Отличненько. Ну смотри, есть два прохода. Охренеть просто вообще. Один здесь, а другой здесь. Я буду дефать верхний вот этот. Понял? Ага. А ты будешь дефать вот этот. Понял? Там ладно. Башен настроишь? Да, сэр. И тут, кстати, ящички со всяким говном. Но утр возле меня стоит. А он будет бегать. Да? Я и его. Там дефать и хилить. Слушай, ну хрену тебе... А, есть у меня ящички. Проклятые твари! Мои ящички. Да. Ну, я пошел. Так, ну начнем, наверное. Золота. Ну, нету золота, блин. А у тебя артефакты хорошо. Остались, да? Я на тебе тогда, короче, все артефакты, а я буду на ману собирать. Чего? И хилку... Ладно, хилка пусть будет у тебя. Да, ну я ж типа хил, а ты будешь типа танк. Да, сэр. Если у меня есть щит, не означает, что я танк, понятно? У тебя есть щит, есть ты танк. Сколько у меня тут? Да, господин. Рабочих. Чего? 4. Да. Опять работа. Да, сэр. Так точно. Будет исполнено. Мне кажется, он даже напал кабанчик. Фу, да, да, повезло, что ты выжил. Я защитил. Атака идет, давай. Давай танчик бегом. Будет исполнено. А, к тебе идти, что ли? Да. Ты же сказал... Не, ну, блин, не совсем то и... Утро 10 левела нормально справляться с этим. Я знаю, он справится, но с вами. Что прикажете? Так точно. За шаманизм. Шаманский мечник. Я готов. Он еще и хилит. Блять своих рабочих, что они, блин, крысят? Ну, я пошел. Так. Ну, в принципе, я мне готов. Надо, наверное... Блин, надо хорошо. Чуть-чуть больше. На казармы не хватает. Или казармы тут не надо, надо башни строить. Ну, сначала давай лесопилку, а потом башню. А так, казармы не будем, да? Пошли сюда, запустим доп. Задание. Еще вернемся. Хорошо. Угу. Слушаю. Здесь нельзя строить. Будет исполнено. Чего нельзя? Мы рады встрече, добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? И какая же дичь нужна гномам в этих лесах? Мы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь наделяет клинок силой огня. Если ты поможешь моим друзьям, мы с радостью поделимся с тобой добычей. Пожалуй. Огненный клинок мне не помешает. Дракона, которого мы ищем, зовут Сиренокс. Теперь он не уйдет. Так, у нас есть по 2 стрелка. Только не просри их, они очень важны. А я знаю, тут же шимбовые стрелки. Не только поэтому тебе не дадут других, по-моему, строить. Так точно. А они нужны, чтобы дракона убивать. Будет исполнено. И их вообще туда во вторую группу добавили. Орда! Чего только на меня нападаете? Нормально все. Чего?
Хорошо, готово. Ну, я пошел. Что прикажете? Чё он там мне все время матюкается? Скиньте, чё? Здесь нельзя строить. Чё он на меня матерится, блин? Contoured Lumber Mill for Role Players. Дайте цель. Слушаю. А, ну тут задача ж есть, построить лесопилку. Ты выполнил одно из заданий. А. Вот я вот. Да, господин. Тогда ты просто хорошо. Такой именно парень классный, так. Угу. Поэтому можешь уже начинать там что-то типа обороны выдумывать, чтобы мы могли пойти убивать дракона. Хорошо. Ну, я понял. Хорошо. Я так понял, один. Что прикажете? Меч, один этот. Да, а где драконы? Будет исполнено. Ну, он они открыты вот тут. Ну там обходить надо. Подожди, а ты у нас где? Ты у нас. А там еще есть кузница, вот там, где мы ходили, вот тут. Там можно апгрейды сделать. А, да. Да, сэр. Ну, она подсвечивается все равно. Ее ж не будет ломать, я думаю. Не, не будет. Готово. Слушай, ты хитро придумал. Ладно, сейчас я так забодяжу. Опять работа. Я ж тут проходил, я тебе говорю, на супер-мега уровнях сложно. Ну это легкие, конечно, миссии. Но когда я вообще играл не умел, это было трындец как сложно. Просто вообще адская миссия. Ну, я пошел. Хорошо. Здесь нельзя строить. Хорошо. Ну, хитрый, конечно. Готово. Ну что там, идем куда-то или нет? Куда стрелять? Не, давай сначала оборону сделаем. А, ладно. Да, сэр. Дайте цель. Что прикажете? Да, сэр. Слушаю. Что ты свои здания ко мне тулишь здесь? И мое дерево добываешь? Готово. А где... Блин, вот я вот так вот знал, что ты что-то здесь мне намутишь, блин. Взял мне казармы и отменил. Че это значит? Ну, своей кузницей, блин. Че это, лесопилкой. Ну, извини. Слушайте, блин. А нам нужно 2 баракса построить и 8 футменов, понял? Да. Ну, это мы сейчас построим, подожди. Как только оборона закончится. Постройка завершена. Готово. Футмены сами себе не построят. А ты уже барак состроишь, да? Да. Утер, крыса, куда пошел? Ну ты же видишь, что у меня тут меньше защищено все. На меня уже убили, короче. Черт, гол. Уничтожили просто... Спасти. Говно! Да, сэр. Твою мать, уничтожили полбазы мне! Смотри, какой крысюк, блин. Что прикажете? Утро, гаси стрелков! Блин, стрелки, фармить этого мудака! Бью без промаха! Утро тебя хилит, слава богу, потому что я не стал. А видите что, найдите рабочего? А не, рабочего ты увел. Утро, рассмотри, маска Соби, давай его зафармим на крысу. Фигу надо. Через этот, через альт, через А, блин. Хорошо. Блин, у меня, по-моему, кто, они снесли одно здание. Или нет? Ну, я пошел. Чего? Опять работа? Да, блин, далеко здесь находится это. Чего? Что? Ну, здание, куда сносят ресурсы. Постройка завершена. Да, господин. На шахте ты имеешь? Угу. Я 6 рабочих построил. Даже не знаю, сколько тут надо мечников. Ну, мне кажется, мы... 6 футмана надо. И, кстати, можно золота. Строить стрелков. Можно? А, ну да. Ладно. Значит, я уже не помню. Не, ну ты видел, они мне разнесли вообще полбазы вообще. Ну, мне кажется, 8 башен хватит, чтобы отбиться от этой. Ого, тебя, у меня тут 4 только, блин. Жду приказаний. Опять работа. Чего? Угу. Опять работа. Хорошо.
Ладно. Ну, я пошел. Говоришь 8, значит 8. Хорошо. Поверю на слово. Хорошо. Угу. А может и меньше, это я так перестраховываюсь. Кайфую. Хорошо. Хорошо. На тебя, да? Ну, я пошел. Да. Город. Башни мочите их! Ну, я пошел. Да, сэр. Найти цель! Что прикажете? Проклятые твари! Ничего, тебя утро хильнет, все нормально. Куда стрелять? Утро нормальный кент, это сука. Чего вообще не забыл? Это ты вообще-то. Двух паладинов. У меня есть штандарт. Что прикажете? Штандарт тоже полезный. Пошли вот тут где-то мобы были. Слушаю. Будет исполнено. Куда стрелять? Я не знаю, мне кажется, штандарт полезный. Смотри, я ставлю. У твоих стрелков сколько сейчас в домах вырастет? А, на 4, блин. Ну, неплохо, да. Как скажешь? Что прикажете? А он недолгий, да, получается? Нет, до сих пор висит, но он не бесконечный. Он висит 30 секунд. Что прикажете? Будет исполнено. Проклятые твари! Так, пока брейды подделаю. Хорошо. Стрелков на базу отгони, потому что их потоки ядами. Или не? Страшно. Да, сэр. Да, сэр. Мурлоки! Бля! Проклятые твари! Ты, конечно... Слышь, ты что, и у меня тоже апгрейды делаешь? Наверное, на двоих делаются. Но я уже все заказал. Так что можешь не делать. Потому что у меня только щит, железная броня осталась. Да? Ну делай ее у себя, отменю, она у меня просто вторая очередь стоит. На нас не хватает золота. Что прикажете? У меня не хватает золота. Что прикажете? Уже в пути! Моих стрелков. Цель! Да, сэр. Будет исполнено. Дайте мне уже вторую хилку. Боевой пойдет. Теперь ты просто вообще убийца. Так точно. Да, сэр. Тут еще где-то есть нычка. Будет исполнено. Где-то она вот тут. Твари. Но для того, чтобы до нее добраться, нужно где-то добывать дерево. Там ожерелье, целебное зелье. Давай, я возьму, у тебя, по-моему, есть. Угу. Слышь, мои дебилы застроили сами себя. Угу. Офигеть, хорошо. Блин. Ну, бей через атаку. Или поставь их на автопочинку, пусть там ремонтируют. Их никто не достанет, да? Всякие достанут. Тут они еще и сразу рабочих будут фокусить, крысы кончены. Мне придется еще. Не хватает золота. На твою же мать. Что прикажете? Будет исполнено. Ты броню не заказал, но ладно, я сам закажу. А мне не хватило денег, нападает на тебя. Утер сам там фармит под Ньюязвом. Да, блин, разберутся. Во. Да, сэр. Во, на дракона. Да, сэр. Я сейчас возьму еще пару стрелков. 22 уже расходы. Слышь, у нас с тобой общее население. Слушаю. Дайте цель. Ну хер с ним, пусть будут расходы. Сделаю. Блин, нет, там парк. Подожди, какой? Чего 22? У меня 15 из 56. Постройка завершена. А у тебя расходы и появились? А как узнать? Ну вот расходы 30% в правом верхнем углу. Нет расходов. Да? А у меня 20 человек уже расходы, прикидываешь. 19 еще не расходы. Вообще 40 человек расходов. Да у тебя же там рабочих, там я не знаю. Не, так у меня 19 населения. У меня 16. Мечник тут тебе не пригодится. Да, хорошо. Огонь! Гномы. Подожди, я оборону делал. Хорошо. Не хватает золота. Да, сэр. Так точно. Я буду танчить мечника. А он не будет его бить. Будет. Блин, так, мне теперь этот рабочий моргает постоянно, слышишь? Ну, поставил его разведывать рядом. Хорошо. Он будет бегать с места на место. Не факт, что правда будет ремонтировать. Да, господин. Короче, пускай просто там стоит. Да, сэр. Да, сэр. Так точно. Ладно, короче, начну штаповать мечников. Вы осмелились бросить мне вызов. Диод убиваем наземных арты с этими стрелками. Блин, он сожрал моего стрелка. Похили стрелка. Да, 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 но там не на фу.
Надо было стрелкам штандарт поставить. А, ну, теперь мы отнесем его сердце гномам. У меня есть хилка вторая. А мне можно штандарт помощнее на 22%, а можно, короче, выучить... Готово. Ну, короче, по ходу дела, change блокирование атаки. Там, мне кажется, стан это... Ты говно, да? Дайте не стоит цель. Его учить. Давай тотем учить тогда, и потом блокирование. А мне кажется, тоже Видел? Тотем больше. Что прикажете? Тотем важнее, а потом... Учи броню, будешь танчить всю компанию как бог. Ну, если джайна мне этого мечника... Нафиг надо мне твоя джайна тупая? Я перекую ваше оружие. Отныне оно будет разить врага огнем. Готово. Куда стрелять? Дайте цель. На тебе сферу огня. Просто мега ДДша. Там опять на меня, блин, не зашло. Я вам уже нормально мечника, блин. Я что-то красненькое здесь видел. Да, тут их хватает. Так, ну давай сюда пойдем. Что прикажете? У меня теперь расходы. Я знаю, у меня тоже после 30 расходы. Интересно, после скольки у меня будут расходы 60%. Ну у них нежелательно, конечно. У меня после 20 расходы. У меня после 20 тоже были расходы. Наверное, в этом весь смысл. Наверное, в том, чтобы армия была как бы не то чтобы на двоих, а чтобы не было дисбаланса. Да, наверное, в этом смысл. Мы будем меньше армию делать, но зато. Да, ваш бронь. Так, есть квест, да? Следующего не дадут? О, пошло. Глупец! Демоны придут с небес! И этот жалкий мир сгорит в огне. Так говорят колдуны из клана Черного Камня. Да, эту песню я уже слышал. Вас, орков, ничего не учит. Это был только призрак. Проклятие, чего они добиваются? Близится конец света. Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти от... Девочку! Сука. Убить орков! Уничтожить их всех! Уничтожить их всех! Воу! Жду приказаний. Как скажете? Да, сэр. Будет исполнено. Что прикажете? Стандарт. Сейчас в домах просто адски взлетит. Проклятые твари! Дайте цель! Что прикажете? Мы, короче, должны были по три этих будет мечника сделать, а не такую толпу. Да я понял. Нам же орковскую базу штурмовать. Ты футманов до сих пор штампуешь, да? Ну пока посмотрю, у нас какие проклятые твари! Проклятые твари! Дайте пока цель. Нет, 37. Наверное, на 40. Да, сэр. Да, уже маны нет, нахрен. Дайте мне, пожалуйста, маску Соби, Утр. Не будь жлобом. Опять работа. Хорошо. Что прикажете? Бля, вот это сейчас будет жесть. Так точно. А что отойди будет? Вообще. Я очкую. Отойди, будет убери армию назад. Так точно. Куда стрелять? Давай он прострелит сейчас ульту. А что там за... А, Вертухан. Слушай, тогда ты... я пойду одним героем танк... Ну. Давай, будет убери остальных. Что прикажете? Убери так ты точно. Тоже остальных. Не, а да, это не пока. Мы его так не убьем. Он не заюзает твари. Ульту. Вот сейчас начнется. Урона. Так, а что ты убери? А я потанчу, я банку сожру. Будет исполнено. Вроде все, да? Так, что у него по мане? О, господи. Что прикажете? Да, сэр. Да, теперь можно нападать этим. Скажешь, что там у тебя за ситуация. Давай я свиток, короче, один заюзаю, потом второй заюзаю. Знать бы, какой из них кто. Получше. Что прикажете? Так точно. Ага, вот оно. Ад, блин. Проклятые твари. Ад, блин, одного мечника. Да у меня тоже тут жесть.
Ну, у меня никого еще не потерял, но все такие не очень красивые. Он у меня мечник раненый. Ну, сзади. Ну ладно. Ты справился, мой мальчик. Люди запомнят эту победу. Не знаю, Утор. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые традиции. Но мы победили их демонов давным-давно. Возвращаемся домой. У нас был тяжелый день. Надо было, наверное, сначала базу иметь. Ну ладно, неважно, это не было заданием. Так, блин, скрин. Подожди, а что ты говоришь, что ты имел в виду? Ну, у них есть база. Ты видишь еще? Вот здесь вот. А, не. Ну, короче, где-то вот тут вот она есть. Можно было ее убить. Я всегда в компаниях убивал. Я просто не вспомнил, что она. Так, Ctrl V. Сейчас опять блокнотик. Слышь, а чего у тебя нету никаких итемов? А потому что я ж все. У меня и не было никаких. У меня был свиток, я его заюзал на этого. Я ж отдавал тебе, я решил, что я буду себе в основном на ману. И там, может, на атаку посмотрим. Не, ну как ты вот опять и здесь накрысил? Ну одинаковое же количество армии, блин. Стоишь же, хилит и крысит у меня киллы. Да, вот именно этим занимаюсь. Я в шоке. А мне код не нужно было переписывать, кстати. Мне вообще, значит, походу, ничего не нужно было делать. Не, ну, грубо говоря, мы начетерили. Слишком большую армию построили. Надо чисто по этим, да? По тому, что нужно строить? Не, ну я всегда так делал, в принципе. Не, я имел в виду армию слишком большую. Но я не думаю, что ты здесь, когда играл, строил 12 штук мечников, блин, там... 4... Да я вообще... В первые разы, когда проходил, я строил тут просто все, что можно, просто. На 60% расходы. Ну ладно. Когда скажешь, когда можно заходить. Уже создал. Так, я скрутил цешку, кажется. Я так прикинул, мечники тут неэффективные. Надо только стрелков, только стрелков. Не, да я понял. Я просто... Потом? Да. Я просто понял, в чем. Мне как бы тяжеловато, я же ж не хилер. Мне тяжело этих мечников отводить, чтобы ты их хилил. Вот. Чё там? Вкратце написано. Даларан, бла-бла-бла. Две недели спустя в фиолетовых садах Даларана. Три дня спустя в Альтераке Артас и его люди шли по дороге... по королевскому тракту куда-то, короче. Ну это вообще, по идее, должен быть ролик. Ну сейчас. Ты должен быть умнее, чем король. ПП. Конец близок. Я уже говорил тебе, что не желаю слушать эту чушь. Значит, я попусту трачу время. Больше не нужно прятаться, Джайна. Он улетел. Простите, учитель. Я услышал ваш разговор и... Я и рассчитывал на твое любопытство, дитя. Эти глупцы убеждены в том, что наступает конец света. Ходят слухи, что в северных землях свирепствует чума. Вы думаете, это болезнь, добрая, порождение магии? Весьма вероятно. Вот почему ты должна отправиться туда и найти причину эпидемии. Я договорился о том, что тебя будет сопровождать один человек. Да, учитель. Я сделаю все, что смогу. Не сомневаюсь, дитя мое. В добрый путь. Так, давай на всякий случай инсейн пропишем. Ну да, так и надо. Ты когда прописываешь, звук появляется такой. Тирин. Вот, так сейчас. Вот, а теперь сейв. Чело от лот, то есть. Вот. Принц Артес, мы ждем уже несколько часов.
Вы уверены, что ваша знакомая все-таки появится? Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. Интересно, это не я мечник? Мы должны помочь ей. На нас напали. Уберите меч, капитан. Она сумеет постоять за себя. Да пошел на жопу. Помогать ей. Господа, я рад представить вам мисс Джайну Праудмур, воспитанницу Кирин Тора и самую талантливую волшебницу этих земель. Похоже, ты не потеряла своей хватки. Рад тебя видеть, Джайна. И я рада, Артес. Давненько меня не сопровождал сам принц. Да уж, пожалуй. Кажется, нам пора в путь. Хоть бы я не играл, хоть бы не играл. Хоть бы я был мечником. Насколько нам известно, чума зародилась к северу отсюда. Мы должны осмотреть все поселения вдоль Королевского тракта. Бля. А мечник вообще ни при чем? Или у тебя два героя? Какой у тебя план? Мечник ни при чем. Я могу помочь. Бля, он был таким крутым пацаном, да? Как скажете. А он... Так. Не, ну давай мне... Все шмотки его. Давай мне кольцо защиты, оно тебе не пригодится. И свиток, интересно, наверное. И молот. Он тебе тоже ничего не дает. Звучит неплохо. Остальное, в принципе, пусть у тебя. Ограбил. Блин, играть это... Не, ну она вначале была нормальная, ты видишь, такая... Это благородная. Она вначале вообще один из моих любимых героев. У меня вообще все любимые герои тёлки, она и Сильвана. Потому что Сильвана тоже добрая. Я посмотрю. Как скажете. Давай чуть вернемся. Отомстим Огру, с которым сражалась твоя добрая Джайна. Давай элементарно только танчи, чтобы я не ебался. Это забавно. Вот сука, элементарно. Какой у тебя план? Не пускайте к Джайне его! Я хоть ей играю, но я желаю ей смерти. Пока она еще нормальная, не превратилась в то, что сейчас она. Чудовище, да? Монстра! Обезбашенная. Я возьму. Я могу помочь. Я посмотрю. Так, а что у тебя там со скиллов вообще? Ты какой там, первый, да? У тебя только гидра, да? Угу. Ну, наверное, лучше Монориенко. Пусть будет гидра и Монориенко без этого, без заливки вот этой сверху. Не, ну Монориенко, я думаю, крутая штука. Мне она очень нужна. Ну да, больше тебе, чем мне. Интересно. Я посмотрю. Да она еще волка была нормальная, звучит, да? Неплохо. Джайна. Ну да. Я посмотрю. Звучит неплохо. В книжке читал, она вообще классно. А в катаклизме я не помню ее. С мостом что-то не так. Я разберусь с мостом, девочка. Я посмотрю. Я полазию, потому что я не помню уже где-то. Звучит неплохо. Слышишь, я это. Посмотрю. А в катаклизме. Приветствую вас, милорд. Смотри. Помнишь ее? Это принцип неплохо. Что в катаклизме? Джайна? Да. Ну вот это вот Инс с ней, но это какое-то вроде как параллельная вселенная или что-то такое. Милорд, какие-то твари разобрали дальний конец моста. Через реку можно перебраться другим путем, но это довольно опасно. Чё-то я очкую. Вон. Интересно. Слышишь, а можешь поставить общие войска? Давай сделаем чуть попроще. Я позабочусь об этом. В союзниках. Да, прикинь. Все, я забираю твоих мечников. Звучит, ну, неплохо. Ты недостоин командовать моим войском. Войском моего отца. Не очень хотелось, понятно. Интересно. Я посмотрю. Перережем их все. Оооо! Бегом, элементальчика туда. Грабим город! Спасите нас! Это забавно. Ты сам напросился. Элементаль еще не откатился? Ненавижу нас. Откатился. Ну ты по очереди вызывай. Хотя у тебя может манны с манной бегали. Ну ладно. Ты сам напросился. Ненавижу нас. Ты сам напросился. Он еще прячется, мудак. Я позабочусь об этом. Ненавижу насилие.
Спасибо тебе, храбрый воин. Прими это в знак моей благодарности. Так, а кто это сказал? Где ты это положил? Вот она, крыса где-то, да? Я посмотрю. По-моему, где-то здесь должно быть. Звучит неплохо. А вот она. А, вот, вижу, да. Целебное тебе оно не прянет. Я посмотрю. Звучит неплохо. Неподалеку находится древний источник. Согласно легенде, его святая вода способна исцелять раны. Лучше это может нам пригодиться. Звучит неплохо. Ты сам напросился. Марлоки. Ну, блин. Ух, блин. Не повезло. Ну, танчи, если что, Артесом или Джайном. А я буду танчить Артесом. А я попробую Джайна, кстати. У меня пока есть эти. Не, Джайна не получится. Чё? Я посмотрю. Там будет гидро, нормально. Все пройдет. Звучит неплохо. Интересно. Я посмотрю. Гидру пускаю. Ох, вот он чмошник, где ты взялся вообще такой? Ты сам напросился. Сила тьмы, блин. Что-то это какое-то читерство. Да, где-то они читерят, если честно. Кайт. Кайте, я пока Джайной потанчу вот этого одного. Они меня просто не сильно пробивают, реген вроде бы неплохой. Давай, так, регенку. Манку, да. Ты сам напросил. Выползу ближе. Я позабочусь об этом. Потанчу босса этого. О, он тебя еще застанил, отлично. Я сейчас по толпе выплевкал. На пол хп себе раскоцаю. Да ты, блин, скотина! Гидра сдохла, да, уже? Да. К сожалению... Да что ж ты за зло? У него и маны нет, это у него просто по откату скилл. Ну это какой-то встроенный моб, его не было никогда. Неплохо. Я посмотрю. Интересно. Видимо, это и инсейн и есть. Я посмотрю. Еще один молот силы. Да я просто очень звучит сильный. Двумя молотами, блин. Звучит неплохо. Так, тут вроде никаких поворотиков нету. Ну вообще, если честно, загадочных я мест тут именно, чтобы пооткрывать я в этом в ледяных тронах компаний намного больше. Там я вообще посмотрю. Именно и я не компаний там больше. Ну, нужно. Я помню, интересно. Ты показывал, ты же шпрыгал этой. Я посмотрю. Блин, забыл, как ее зовут. Есть элементаль. Интересно. А, да. Блин, я могу помочь. Не получилось собрать себя, да? Ты сам нормально. Сейчас, значит, бять. Как-то там звали Нэп, Шмэп. Мэп. А танчит такой ребенок. У тебя аура действует? Да. Не мешай мне думать. Все, как ты мечтал поиграть за Джайну. Я, может быть, сделаю из нее нормальную. Везде еще есть возможность все изменить. Слышать, сюда мы что не пошли? Пойдем сейчас, я в ящик не беру. Палатку. Не знаю, что здесь, может ничего. А не, что-то есть. Свиток зверя. Но у меня уже места нет. Забирай. Блин. Сейчас сек. Блин, вперед.
тут. Сори, я уже там скриптик запустил, пришлось идти спасать моих этих. Тут, короче, было два мечника, которые сражались с миллиардом скелетов, стрелков. Мне дали укрыться за щитом, надо было их спасти. Я позабочусь об этом. Прошел весь сюжет, конечно. Интересно. Я позабочусь об этом. Звучит неплохо. Это нежить, это нежить, да? Да, это что-то странное. Я посмотрю. Я что-то начинаю подозревать. Не, да, они там был диалог, что типа, что это такое, мы не знаем, типа, мертвые начали вставать с могил. Интересно. Все плохо, мы все умрем. А, так, блин, тут на туре был весь сюжет. Ты вниз не ходил сюда? Или ладно? Я позабочусь. Ебать. Не надо элементаль. Элементаль! Ага, сейчас. Ненавидь. Я своим телом прикрыл. Не прикрыл. Ну отведи тогда, дай элементалю потанчу. Они какие-то еще с огненными плащами, блядь. Охренеть, блин. Надо их убить быстрее. Ты сам напросился. Что, не всех моих мечников перехерячат своими огненными плащами. Не мешай мне думать. Что, лучник на лучник? Давай, давай. Дай, можешь не хилить, она зарегенится. Ману не трать. Сможешь почти возле источника. Должно быть, это и есть тот источник, о котором говорится в легенде. Любой, кто испьет воды, освященной божественным светом, обретет исцеление. Или постоит рядом, да? Скелетов тоже не было вот этих сунений. Наверное, лучше вторую ману возьму. Давай ману, да. Я думаю, без ядры мы как-то поддержимся. А вот без маны я посмотрю. Уже. Звучит неплохо. Я посмотрю. Звучит неплохо. Я посмотрю. Дай иногда Джанни потанчить. Я просто ее ненавижу, и пускай ее попрессуют. Интересно. Если она умрет, мы же проиграем. Я позабочусь об этом. Да нет, чё ей она умрет? Кажется, будто вся земля вокруг амбара пропитана смертью. Как ты думаешь, может ли это зерно быть заражено чумой? Надеюсь, что нет. На ящиках печать Андорала, торговой столицы северных земель. Я даже представить себе боюсь, сколько деревень будет охвачено эпидемией, если зерно действительно отравлено. А ну скажи что-нибудь. Раз, раз. Ты сам напросился. Я что же смотрю и наслаждаюсь сюжетом. Для меня это даже круче, чем готика. Кстати, я собираюсь. Я посмотрю. Когда видеокарту куплю, ненавижу. Через недели две, может быть, позже, если ничего не произойдет. Ты сам напросился. Например, меня в тюрьму не посадят. СБУшники. Я позабочусь об этом. Киберхэти. Полицейские. Вот. Вперед спасать. И собираюсь пройти. Интересно. Все готики. Мочи некромантов сдалека. Готики и этих райзены все дизаны. Вместе с элементалем. Но... Это забавно. Я понял. Я немножко его так вот приведу элементаля. А, ты мечником решил. Я могу помочь. А тут главное убить их. Черт, я там. Какой у тебя план? Вот там еще один внизу, видишь, команда. Да, наверное, начну его. Ненавижу миссию. Она, кстати, ненавидит насилие. Но почему-то, блин, в Пандарии, блин. Пойди убей всех орков. Ты рыцарь или нет? Я позабочусь об этом. Так, куда нам тут? Я посмотрю. Давай дальше попробуем. Я позабочусь об этом. Я посмотрю. Интересно. Слушай, разве в Пандарии уничтожили этот ее город родной? Да, хорош. Мир вам. Мы, жрецы из Кельталаса, пришли, чтобы исцелить эту землю. Чего это он твой? Мой. Мы высоко ценим. Ну или да, давай забирайся жрецом, короче, только не притыкай. Земля вокруг второго амбара тоже заражена злом. Мы заглянем туда. Я, кстати, твоего взять чем не могу. Чем могу помочь? Можешь, можешь. Клянусь, не могу. Выдели его левой кнопкой мышки, можешь? Не мешай мне. Да, думать. Но я им не могу управлять. Ты у меня забрал управление. А, тю, блин. Извини, я не дал. Не мешай мне думать. Повинуюсь. Я посмотрю. Интересно.
Я позабочусь об этом. А мои к тебе. Интересно. Да? Угу. Под щитами и под целителями мечники бой. Ну смотри, тут, блин, сам бот, понял, компьютерный, он такая крыса конченая, я тебе говорю. Вот именно идут, если толпа стрелков, они вот тупо фокусят целителей. И орудия тоже забирают, только их в отдельную, наверное, группу. Хочешь, можешь отдать мне этих, но орудия забирай. Мне нужна ваша помощь. Нужно уничтожить амбар на окраине деревни. Вот толпой по стрелкам. Не по милишникам ты меня убиваешь. По стрелкам. А я стреляю, стреляю. Им конец. Ага. Хорошо смеется тот, у кого большая. Это забавно. Интересно. Так какой-то джайны не хватает, да? Да. Вечно нахаляют, да? Я могу помочь. Ты рыцарь или нет? Сам убьешь их? Неплохо. Интересно. Кто-нибудь ранен? Приступаю. Вашему здоровью желаю. Выходи. Я понял. А что там, свиток исцеления? Бля, даже не знаю. Я могу помочь. Ну, свиток исцеления крутой. Давай я банку выложу, если хочешь, забирай ее. Я посмотрю. Какой у тебя план? Да, мой друг. Да прикажете открыть огонь? Мантия ученого. Вот блин, вот это надо мне по-любому. Что ж мне дать тебе? Есть место вообще? Да. Черт, заикается. Я позабочусь об этом. Игра? Да, ну уже нормально. Нафиг. А, свиток защиты. Угу. Тут нету нычки. Я посмотрю. Проверим, по-моему, нет. Интересно. Звучит неплохо. Мне, кстати, немножко. Интересно. Хотя, в принципе, нормально. У меня громкая сейчас. Да. Звук. Особенно музыки вообще. Угу. Ого. Да-да-да. Не мешай мне думать. Я посмотрю. Мы раскрыты, братья. Уходите. И продолжайте действовать по нашему плану. Увы, я не могу остаться с вами. Меня ждут дела. Ну что, называет? Кажется, это создание собрано из кусков разных тел. Давай сначала убьем его, а потом будем рассматривать. Это, он что, называет нежить своими братьями, что ли? Ну да. А, там элементалист как бог. Угу. Звучит неплохо. Кто-нибудь ранен? Интересно. Не мешай мне думать. Да, под второй аурой, конечно, вообще классно. Да, мой друг. Я в гневе. Прикажете открыть огонь? Выходим. Это забавно. Тупой мясник, ненавижу тебя. Ты сам напросил. Кто-нибудь ранен? Да, красиво. Здравию желаю. Мочите его, мортиры. Куда? По твоим, нормально. Он к квартирам пытается прорваться, видишь? Так как чмо. Вроде бы там не сильно убивают. Ну он пробивает, я офигею. У него, наверное, атака увеличенная. И у него какая-то ауешка. Взяли за твои мортиры. Это мои мортиры. А, ну тогда нормально. Отведу я их, ладно. Силы задолбаются силы. Хотя с другой стороны маны там не справляются. Ваша воля. Маз диспел, блин. О, уничтожить этот амбар. Подожди, стой, амбар не уничтожай. Повинно. Сначала из баррикады, не помню. Да, мой друг, желаю. А чё, что амбар? Чё? А, дяжка будет, закончится, да? Я не помню, тут может что-то лежит. Считай, что мы уже победили. Тут какие-то еще ворота есть. Я знаю, знаю. Может и они с ним. Ну что ж, приказывайте. Чем могу помочь? Я могу помочь. Что это было? И кто этот маг в черном? Думаю, некромант. Наверняка это чума. Его рук дело. Готов поспорить, что мы встретим его в Андорале. Там мы найдем ответы на все вопросы. Thank you.
Блин, скрин. Так. Чё мы не сделали? Мы не нашли три штучки. Чего-то. Вроде бы все. Ну вот бонус фонд 9 из 12, а мы должны были найти 12 штучек чего-то. Ну, они есть, я просто же говорю, там дрочно их искать там. Там да. Я их читами вообще искал. Открывал карту и смотрел, где они. Да, ну фиг с ним. Ладно, я за чаем. Я сейчас тоже за чаем, только код запишу. Они с каждым разом становятся все длиннее. Все сложнее и сложнее, да? Хардкор, я понимаю, блин, это тебе. Попробуй подарит. Такие хардкоры, блин, в этом, в Легионе, да, где-нибудь? Ага. Запиши код, блин. Ладно, АФК.